В Сургуте проходят матчи чемпионата города по теннису. В соревнованиях принимают участие 32 человека. Они разыгрывают сильнейших в 5 номинациях. В мужском и женском зачетах, в 2 парных разрядах и в миксте. Всего в Федерации тенниса города более 200 спортсменов. Многие из них имеют рейтинговые баллы российского тура. Именно эти очки являются критерием отбора на многие соревнования уровнем выше городского чемпионата. Однако тормозит развитие тенниса в Сургуте малое количество площадок для занятия этим видом спорта. Это связано прежде всего с площадями. У нас в городе просто нет кортов. Очень популярный вид спорта. Детям нравится, взрослым нравится. Но в городе нет ни одного теннисного корта. Вот. Ну, по регламенту, по правилам тенниса проводится согласно регламента теннисного тура России. Чемпионат города является репетицией перед стартующим на этой неделе окружным первенством. Оно также пройдет в Сургуте. Наш город является базовым для формирования единой команды Югры. В разных возрастных группах сборных региона сургутян, как правило, больше половины. У каждого из ребят уже есть персональные достижения, есть и кумиры, на которых равняются дети. Призовые места есть. 3-е, 2-е, 1-е. Грамот очень много. 3-й взрослый разряд. Я слежу за каждым чемпионатом мира по теннису и стараюсь равняться на Рафаэля Надаля. Но мне он нравится, как бы он хороший теннисист, самый лучший в мире, первая ракетка мира. Очень хорошо играет, и он левша, мне тоже нравится.